Что такое сугробы? Внук у деда спросил. И морозы такие, чтобы воздух искрил. И большие сосульки, и большой снеговик. А метели и вьюги, расскажи мне, старик. Я не знаю и сам, внуку дед говорил. Это все человек, климат он изменил. Он построил машины, и заводы, и домны. Длинный этот список, просто огромный. Задымил целый свет, потеплели поля. Парниковый эффект получила земля. Соблюдать экологию все мы, люди, должны, чтобы наши потомки не забыли про льды. Природный ресурс истощается, градус тепла все растет, озоновый слой разрушается, время планеты идет. Время стремительно мчится, тает, как мартовский лед. Но ничего не случится, я верю, спасение придет. Найдет человеческий разум решение планету спасти. Поймет человечество сразу, что легче вдруг станет идти, что дышится в городе проще, и что оживает земля. Что можно в березовой роще услышать теперь соловья, что можно из речки напиться, и нет реактивных дождей. На нашей земле утвердится, что наша земля для людей. I can feel the change in the wind right now.